Всем привет! В этом видео я расскажу про софт, который помогает мне беречь зрение и легче засыпать, даже если я допоздна сижу за компьютером. Это программа FLux. Она подстраивает цвета экрана под текущее время суток. Днем экран никак не меняется, а вечером он уходит в красные тона. Синего цвета становится намного меньше. В общем, цветовая температура подстраивается под время суток. Глаза меньше устают, мозг понимает, что сейчас вечер, мелатонин вырабатывается и, следовательно, засыпать ночью намного легче. Должен предупредить, что многим людям не нравится, как выглядит изображение на моем экране. Но переход от холодных цветов к теплым идет очень плавно, глаз этого почти не замечает. И второе предупреждение. Дизайнерам лучше не пользоваться этим софтом, и всем людям, кто работает с цветами на мониторе. На macOS есть полный аналог, это Nightshift, а также есть TrueTone. Он меняет цветовую температуру экрана под освещение в комнате. Nightshift делает то же самое, что и FLux. Но на Mac у меня выключен Nightshift, и я пользуюсь FLux, так как Nightshift не меняет цвета внешних мониторов, а действует только на экран MacBook. Возможно, это баг только у меня. Те, кто на Mac, пишите в комменты, пользуетесь ли вы Nightshift или FLux. Всем спасибо за просмотр. Ссылку на FLux я оставлю в описании. Программа полностью бесплатна. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами сила.